Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Майнкрафтер Демастер, также с нами еще Пингвин. Всем привет, ребятки! И залаганный пони. Залаганный пони, йо, ребята, всем привет. Да, мы играем в Бедварс, но это не обычный Бедварс, а Бедварс с оружием, а также это еще и хард Бедварс, потому что, ну, короче, да, у нас настрое. Я офигел, у меня нет быстрого закупа. А у меня тоже что-то сломалось, видимо. А что за быстрый закуп? Да, у меня я тоже. Думал, что за блоки по одному штуке? Это что? Что я блоки? Да, главное, купи дигл, да, и блоки по одному штуке. Почему я за 4 железа купил 4 шерсти? Что это за бред? А, это баги. Одна шерсть, 4 железа? Вы серьезно? Я посмотри, какой мост построил. Это все железо потратилось. Че, один блок 4 железа. Надо строиться, я считаю. Один блок 4 железа? Надо строиться. 4 блока 4 железа. А, 4 блока 4 железа. Давай, так, пацаны, строимся. Это хард левел у нас сегодня. Я продолжаю. Давайте по очереди. Сегодня, видимо, хард игра. Причем будет прикольно, если, знаете, это только у нас такая фигня, у них все нормально. Мы как бы там мост России строим. Да нет, знаешь, там по мостам можно посмотреть. У других тоже мостов нет. Российский. Крымский, извиняюсь, осуждаю. Такие. Так, хорошо. Пони только проснулся, просто еще не знает, о чем можно говорить, да, о чем нельзя, да? Нам будет... Смотрите, что вас не скинули. Ну ладно. Из дигла. Да, я тоже хочу такую. Да 20 железа покупать. Так, сначала мост постройте, пацаны, там уже на центре. Да, почти синие достроили, почти достроились, противоположные. Давайте быстрее, пацаны, ладно, быстрее. Просто жалко, 16 золота. Ну так скинь, блядь, скинь в сундук, скинь в эндерчест. А, да я могу скинуть. Так, сейчас да. А броню нельзя купить вообще никакую, чуваки. Броню нельзя купить. Hardcore levels. Слушайте, там синие на центре, но их скинули, они не достроились. Так, все, я скинул все. Да, в эндерчест. Желтым стреляй, они сейчас застроились. Да нет оружия, я все на пол. Окей, я сейчас застреляю желтых сейчас. Они почти застроились. Так, а ты изумруд собрал, синий. Так, желтого вальнул. Ой, живи. А вот ты проверяй, где идут. Синий, сейчас. Не, ну тоже близко. Я засушу. Я домой. Меня вообще тупо скинули, я не знаю кто, типа, меня скинули. Так, я хочу хотя бы хоть какое-то оружие дать. Да погодите, купите дигл себе, чуваки, а дигл где купите. А где предметы, где это купить? А это в оружие, там только дигл будет написано, дигл. Пас железо, а вы синих снесли или нет? Синих? Костя, на тебе. Давайте, может быть, синих снесем, они построились до центра. А это пингвин, на дигл. И желтые построились тоже. Мне дали дигл. Я дал Костя ему дигл. Все, Костя, бегу на центр. Тут желтые, ЛКМ. У как тут снесем, подожди. Так, ну надо их убить сначала, чтобы у них не было стволов, а потом снести. Ага. Желтый на центре. Забегает, синим стреляются. Синего. Вали, БКМ, тут быстро кликай. Даже инструменты нельзя купить. Да не дерись просто... с ним, просто стреляй из оружия, чел. Это просто хардкор. Инструменты нельзя купить? Нет, никакие. Я говорю, сегодня понял. Разработчику это минус зарплата будет, походу. Это просто нас, что, это уничтожили? За что? К нам, чуваки, на центре нужна помощь, вы где? Сейчас. Так а центр опять. Бесполезный, тут даже нельзя ничего купить. А как перезаряжаться через зерк? Ну так погоди, ну можно, понимаешь, центр просто все строятся, мы можем убить их, этих чуваков, и они будут без оружия, и забить их просто. Пингвин, в смысле, ты изумруды лутаешь, изумруды там оружие клёшь. Там нельзя ничего, оружие. Ну оружие, ну да, ну можно оружие купить, да. Да это фигня. Ну вообще, на самом деле, мы в прошлый раз не потестили хорошее оружие. Думаешь, стоит? Ну я 4 на базе уже есть. Четыре уже есть. Я хочу пострелять. Ну вообще, знаете, что надо лутать, пацаны? Нужно вообще к алмазам построиться. Алмазы, тогда, думаю, прокачиваются. Там регенерация, ну да, можно. Там можно легенку прокачать, можно прокачать кучу всякого дерьма. Офигеть, а зачем стрелять? Зачем? Пони, левый правый стреляешь, слышишь? Левый. Так драться не нужно, пони, мы тебе уже объясняем полчаса, драться не нужно. Я сначала не понял, как с пушки стрелять. ЛКМ, я же тебе сказал, ЛКМ. Просто быстро. Просто быстро. А накид перезарядка, Я лег в 5 утра, поспал 5 часов. Я красного скинул? Немного не ушел. Я поспал. Не понял, ты встал-то ведь позже, чем я. Я встал в 9. Я двух красных скинул, вы будете помогать? Все, иди вали их. Да соло затащишь их что-то. Кого? Там давай. Один на крыше сидит, кемпит. Да соло затащишь их что-то. Синего. Так, смотрите, в разно можно купить только самовзрывающуюся башню. О, самовозводящаяся башня. Ой, помесь. Я, кстати, посмотрел за 60 железа, это что-то такое. А давайте куплю, я хочу попробовать посмотреть, что такое. Что за самовзводящаяся башня, интересно же. Ай-яй-яй-яй, меня расстреливают, чуваки, желтые. Ты изумруды скинь мне, а так можешь умирать. Чуваки, тут желтый. Да, самовозводящаяся башня как работает? Двое желтых! Одного убил! Надо сваливать! Второй желтый!
Нифига, я башню возвел у нас на базе, пацаны. Чего? О, я вижу, да, ее прикольная. Так, я бегу на базу, у меня 3 изумруда, у меня куча изумрудов. Может, сейчас купим по пушке. Давай желтый, давай желтый, я по нему стреляю. Давай, 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 давай. Так, у меня есть 7 изумрудов. Какую пушку будем покупать, да, мастер? Какую хоть? Да не знаю, ну. Купи что-нибудь. А я могу даже такую башню купить? Лучше оставь. Нет, это забей, это тупая трата денег, базуку лучше купи, базуку купи. Ты же знаешь, базуку лучше. Ай-яй-яй, горю, горю, чуваки. Че, тут какой-то этот, ладно, опять не понял. АК-47 или гус? На меду. Гаус, гаус. Да, погоди, я посмотрю. Гаус, наверное, лучше всех дамажит. Там 6 изумрудов. Ладно, давай посмотрим. Понял, изумруд, дай изумруд, дай. Один только изумруд у меня. Дайте мне изумрудов, пацаны, изумруд. Я скинул, скинул, скинул. 22 золота скинул, на всякий случай. У меня, блин, мне не хватает. Ладно, я АК куплю за 4. Броня. Купил АК-47. А я вообще стреляю, вот ты видишь? Нифига, АК-47 дает, но разброс слишком большой, мне кажется, дигл самый лучший все-таки. Ты, Вин, что ты делаешь? Я не знаю, у меня как будто ближнее оружие купил. А ну-ка, не, не, ты на ЛКМ приблизься. Не могу, не приближает. Стреляй в них, стреляй по снову. Идемте, надо желтых убивать. Ладно, надо, короче, уже завалить кого-то, чуваки, я думаю, пора. Убил, убил, убил чела на меду. Желтый, желтый, желтый. Убил чела на меду. О, нифига, я зол. Нифига, у меня полтора стака железа, 24 золотые. Так, что, кого будем валить? Кого будем валить, чуваки? Надо кого-то завалить просто уже, и все, синие калмазом простроились. Может, желтых реально пойдем завалим? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня оставили. А чё хп не хилится? А, хп хилится очень медленно. О, а где тут брони вообще нет, типа? Брони. Ну, слышите, дигл дамажит сильнее, чем... Я двух желтых убил, давай я желтым. Пойдем, пойдем, пойдем. Лучше всего. Но у меня уже мало хп, у меня 5 хп. А такой вопрос, типа, стреляй, броня давай, тут стреляй. Есть вообще? И она, типа, никак... Идем? Чё, пойдем к ним, пойдем? Пони, прикрой базу, мы на спингина почти сейчас, желтых. Сейчас, я еще базуку себе куплю. А нам стреляют! А мы рукой будем сломать? Блин, ты мастер, у тебя АК. Не скидывай. Меня скинули. Стреляй, 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 стреляй. Меня убили. Нет, тоже у меня убили. Было 6 хп, это вообще очень мало. Да, блин, да. Я купил, а как снести их тогда? А, с базуки можно к ним залететь просто, слышишь? Давай попробуем. Меня просто убили. На, чуваки, чтобы выиграть, нам нужно построиться на соседние острова, на алмазные. Алмазы лутать, потому что там можно будет защиту себе апнуть. Защиту же можно, дайте посмотрю улучшение. Да, ну нужно реально броню укреплять. Но мы нас так очень быстро убивают. Купите себе по диглу и давайте строиться на острова. Давай. Давай, я строю давай, в сторону давай, красных, давай, они давай. Самые нубские, и вроде бы нормально. Так, я купил на 52 железа, 52 шерсти, на всякий случай половину здесь скину в сундук, потому что она капец какая дорогая. Такой, мы такие, давайте на соседние острова построимся, алмазы лутать надо. Пинки такой, я пойду простроюсь красным. Так в смысле, алмазы в стороне красных? Ай, да блин, да как так меня скинули с 26 шерсти. Ты посмотри, они справа и слева. Ну так справа и слева, давайте, нужно на них построиться, на эти острова, мы до сих пор не строимся. Я строился. Ну, у нас нет ни одного пути. Есть, вот тут начало. Блейхамуха! Блейхамуха! Просто блоки дорогие, понимаешь, демастеры. Меня какой-то араб взрывает. Тяжело строится. Я трачу очень. Понял, я не понимаю, ты сегодня что-то нарушение очень часто это. Да, я смысл со скином араба меня взрывает, они шучу. И что? Вон стоит со своим. Скажи еще в голове, он тебя что-то кричит там, да? А, у нас так железо есть. О! Не бери, ну бодибор! Я дигл хочу купить. Какой дигл? Ну блин, я блоки покупаю по стране. Так, пацаны, ну вы красным строитесь, потому что я уже до желтого острова почти достроился, типа. Пока вы там фигней страдаете. Ну, у меня нету блоков. Я покупаю по 16 блоков, и все, я достроился. Ну, как ты, Боня, где ты строишь? Посмотри, я уже построился к ним. А потому что меня взрывает постоянно. Так, Боня, ты не там строишь, зачем нам еще один путь, если я уже почти построился, от моего пути стройся. Так, я лутаю алмазики. Нет, я начал, ну как новый, если он дальше, чем твой, раза в 3, наверное, это у тебя новый путь. Да, смысл, ты до этого с того центра строился? Не, я там ни одного блока не поставил. Потому что у меня есть 5 алмазов. Идет, чуваки, я думаю, знаете, там бежит желтый, желтый, у меня нет дигла, Стреляю, скинул, Костян. Кинул. Отлично, одного. второго убил. Все, пришел смотреть алмазы. Так, сразу прокачиваю 5 эту... алмазов, 5 алмазов, шахту. Чуваки. Какую шахту? А зачем нам шахту? Нам лучше броню прокачать. Нет, кузница, короче. Да, нам у нас все ресурсов. 5 алмазов, что качаем? Все. Да, броню прокачивайте нам, чуваки. Я еще генерацию ресурсов прокачаю на один. Зачем нам эта генерация ресурсов, вообще, боже. Быстрее. Да нам нечего покупать за ресурсы, нам нужно снести врагов, нам нужно броню качать, чел, чтобы мы жили дольше. Ну ладно, ладно. Боже. Он прокачал нам генерацию ресурсов. Быстрее спавнится, чуваки, теперь у меня 2 стака золота. На базуку не хватает. Да золото пофигу мне. Да, железо. Базуку у нас и так было. Да, я покупаю себе дигл. У меня дигла не было, у тебя тоже не было дигла. Да, у меня тут есть тайп 95. Пингвин, это ты? Это я. Это меня. Чуваки, апнул еще броню. Я купил еще тайп 95, еще быстрее стреляет. И что как? По нам там стреляет. О, ну слышишь, у него есть приближение, а еще есть Олимпия. Что Олимпия делает? А, Олимпия это огнемет, короче, какой-то, либо дробовик зажигающийся. Хрень, нас взрывают, блоки не взрываются.
Давайте убьем синих, они что-то себя поверили. Они потому что, видишь, зачаровали себе броню нормально. И все, и теперь им пофиг на наши выстрелы. Так, я покупаю себе, знаете что? О, красный на алмазах, чуваки. На наших? О, пойдем, да, снесем их. А нужно начать кого-то сносить, чуваки, я вот что думаю. У них уже есть путь, пойдем к ним сразу. Попробуйте их снести, я на базе пока остановлюсь, чтобы защитить ее, если что. Чуваки, тут трое красных, можем их убить просто. Сносите, главное убейте их, и они вас с меча не убьют. С меча они вас не убьют. Второго убили, погнали. Все, и снесите кровать, там единственный, пони, снеси кровать. Есть шерсть, пингвин, я не запрыгну здесь. А в смысле, у меня есть три шерсти, давай. Раз, два, три. Сносите рукой, там же шерсть все равно. Красные, они уходят, все, идите. Хочешь скинуть нас, все, одного убили, пойдем. Я пока синих держу, они к нам не могут пройти. Давай, пони, мы уже на острове, убиваем. Не, снесите кровать, красавчик. Красавчик, я кровать в это время дефу. Так, ладно, я пока захожу за нашими этими. Еще два красных осталось, пони, живешь? Да. Черт, желтый на острове с алмазами. Нас тут окружают. Чуваки, давайте обратно возвращайтесь. У меня проблемы начинаются. Всех убили. Желтый к нам бежит с острова с алмазами. Бежим. Возвращаемся. Там еще 4 алмаза на это, слышишь? Желтый и синий будут нас троить, потому что вы админы. Ну, типа, они не знают, что вы. Они друг с другом вообще не дерутся. Думают, оба с нами. Ой, ты забрал 4 алмаза. Ой, воу, хрени прикол, я убил желтого на острове с алмазами, и он мне 3 алмаза отдал. Опа, пони, прокачай броню, прокачай броню. Я в обычный сундук алмаза скинул, Да мы где-то 8 принесли. Там еще три. Алмаз, броню апнул нам. А еще апнешь? Еще денег нет. 8 алмазов нужно. Так, да капец. Это желтый. Все, погнали, я к желтому пошел. Базуку можно отбивать, чуваки. А зачем ты меня взорвал? Мы долетим к желтым, слышишь? Уничтожим их. А, можно базуку купить, да. А нас просто там синие снесут. Нужно купить кит. Надо сделать улучшение. По нам все стреляют. Да, потому что я говорю. Можно было ты защиту лучше сделай так, чтобы у кровати, чтобы мы могли кровать-то видеть. Ну просто типа они очень жестко пробивали, у меня уже одна полоска хп. Посмотри на них. Так, а ну-ка пошли вон. Еще сверху закидывают. Да, господи, ну типа что это вы что там? Кто за снежками, кто стреляет? Это, короче, тайп 95. А ты на БКМ приближаешь, и он по 3 пульки выстреливает. Желтый здесь! Желтый вас! Я его скинул. Желтого скинул одного. А на желтых сначала снести, чуваки, мне кажется. Они башню построили. Да. Ну а что им еще делать? Да блин, да я бегу к желтым, по мне синий стреляет. Да что это такое, чуваки? Так, кому типа... тайпа? Я в сундук скинул 3 тайпа, я украшу забрал. У вас прикол, что ли, между собой такой? Алло, там желтый, идите синих долбить, или наоборот, типа... Ну да, да, чуваки, поздравляю, вы понимаете, что такое быть ютуберами, да. А клёво, смотрите, где, ребята? Смотрите, где, и как отсюда вылезти? Так, ладно, чуваки, я буду воспользуюсь читаем, сейчас геймод 1 себе пропишу. А куда мне идти, ребята? Смотрите, я застрял в магазине. Пони, я предлагаю подставить себе блоки, попробуй. Как это сделать? Блоки поставить. О, ты вылез? Нам нужно 8 алмазов. Нормально. 8 алмазов. Пойдем с алмазами. Я в сторону красный пошел. Так, я слетал, таргетер вальнул, чуваки. Они вообще не дерутся с друг с другом или что? Вы ничего не видели, пацаны, если что. Нет, меня скинули. Залутал алмазы, проверяйте. Чуваки, вы, если что, ничего не видели. Ничего. А то какого фига? Да меня скинули. Они уже там вообще офигели, эти синие, капец. Да, они в какой-то башне сидят, я сейчас умру. А синие с желтыми вообще не дерутся, да, с друг другом? Им типа вообще пофиг друг друга. Так, это где? Они типа затимились, да? Они затимились, правильно я понимаю? То есть я могу их банить. Не знаю, пока, но мне очень больно, 2,5 хп. За что? Просто за что? Так, убегаем. Да, типа это пипец, но это вообще ужас. Я забрал алмазы. Сейчас принесу, возможно, 4. Не, да, они вряд ли тебе несешь что-то вообще. Ну, блин. А, надо крышу поставить. Желтый здесь! Ломает нам базу! Открывай! Он сейчас кровать снесут! Убивай желтого! Не. Он сейчас снесет! Бей его! Просто бей! Задымаш его из оружия! Кровать разрушил! Понял, ты чё? Погоди, сейчас сравняем шансы! Не умирайте! Сейчас сравняем шансы! 4,5 хп! Просто живи! Я в домике, ребят! Просто живи! Сейчас я сравняю шансы, чтобы было честно! Но они настаргетили всю игру просто! Желтых осталось 2! Синих осталось 0! А где у синих? Ладно, я тоже себе базуку сейчас куплю! Все, я возвращаюсь на базу! Надоели уже, ну типа. Так, блин, понял, я вернулся на базу. Нас просто расстреляли. Да погоди, просто спрячься, тут в доме можно спрятаться, закупиться оружием, спрятаться. Все, они тоже. Мы без жизни, и они без жизни, чуваки. Все честно. Летит, базука отбил. Не отбил. Да все, спрячьтесь, ты, главное, не умирайте. Блин, в геймоде первым нельзя закупаться, я хочу закупиться. Я не могу, да это базука. К нам бегут. Чуваки к нам бегут. А у меня нет оружия, дайте оружие. У меня тоже нет оружия. Дигл, купил. Помогаю, помогаю! Давай! Так, купил дигл! Убил одного! Так, там синий на центре. Ой-ой-ой!
Ой-о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 й-
А понял, ты чего умер? Да че это такое? Где, откуда стреляют, откуда стреляют? На самом деле, на гору прикольно залезть и так отстреливать, но это вообще какой-то анрил. Не, прикиньте, чуваки нас таргетили толпой и еще возмущаются, что я читер. Реально. Они просто даже не стрелялись друг с другом в две команды против нас. Давайте дом, давай просто сидим, баррикейси, пони, баррикейси, все, сидим здесь. Дайте мне отъединить. А блоки есть, блоки есть, блоки есть. У меня есть. Дай блоки, дай блоки, дай блоки. Я закрою окна нам. Пони, туда пошел, пони, не мы не выйдем. Они исчезли! Пони, не сдохни, я тебе говорю, в дом зайди. Пини бежит, синий, вот смотри, ну у нас на острове. Что-то хочет, что-то хочет. Посмотри на него. А можем через щелку его простреливать? Не-не, все. Дим, сидим, ждем. Пусть друг с другом дерутся, да, что за фигня? Нет, они не будут драться. Если они сейчас будут вместе бегать и не драться, то это будет считаться за Дим, я их забаню. Нормально, я. Желтый, смотри, желтый, погоди, синий рядом стоит, да? Погоди, дай посмотрим. Желтый. Вот желтый на нашем острове, погоди, смотрим, где синий, где синий. А они стреляются, стреляются друг с другом, стреляются. Вот это автоматная очередь. Не бега, первый раз желтый убивает синего, посмотрите. Так, пойдем его добьем. Кого? Ну, желтого, кто у нас? Синего, синего, синий здесь на базе был. Только не умрите, он вас скинуть может. Осторожно, не знаю. Он куда-то спрятался. Хватит. Может, он на базе? Желтый бомбит тебя все еще. Меня опять закинули, о, опять. Он до сих пор стреляет, давай его очереди, очереди. Пусть он страдает, страдает. Че, он пострелял по нам, теперь нас трое и стреляет вот того. А, что такое? Ты видел, куда улетело? Давай, давай, выскакивай, выскакивай. Так, я пойду продвигаться, чтобы его убить. Да, вот тебя могут скинуть, тебя могут скинуть. Засейвите, засейвите! Непрерывный огонь, можно по нему? Все, пошел, 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 пошел. Я перезарядка. В атаку. Так, ты где тут? Желтый убежал на базу, ты посмотри на него. Я даже знаю, кто смотрит эту серию. Мне нужно признаться, я использую читы. Я убил желтого. А все, мы выиграли? Мы выиграли. Смотри, мы топ 1, топ 2, топ 3, потому что все на нас ходили просто. 12, 12, 10. А как мы выиграли? Но просто в один момент, когда нас начали торгить, я пошел в креативе, сломал им две кровати, понял? Не, ну а погоди, а что еще делать? Смотри, вот желтый бежит на базу к зеленым, синий стоит на центре и не трогают его, и желтый к нам постоянно бегают, бегают, бегают. Ну согласен, справедливо. Так, давайте, ну нафиг. Погоди, давай в хаб, давай в хаб выйдем. Так, ну что ж, дорогие друзья, короче, да, это был видос такой вот, я не знаю, выйдет ли он вообще на канале. Это называется Т-тактика. Да, это называется просто забаговалась катка в Бадварсе, но я подумал, раз катка все равно забагована, можно немного и почитерить, да, как бы. Да, я на самом деле, я бы не стал читерить просто, но чуваки это, затимились. В три команды затимились, типа, они реально друг с другом вообще не дрались, типа, мы, хорошо бы красных снесли, а то бы дошло бы до того, что они бы в три команды вокруг нас бы встали и просто бы красные и желтые, ну, бегали, а синие бы стреляли. Что это вообще за бред, я не понимаю. Таргетер, это таргетеры просто. Да, да, один даже друг с другом. Ладно бы они перекинулись, знаем, желтый стоит просто на горе, любой синий центр мог его убить просто с двумя пульками, да? Никто в него даже не стрелял. Я не понимал, я бегу к желтым, типа, а меня синий с меда отстреливает, пока я бегу к желтым. Да, то есть они, знаешь, желтые к нам бегут, в них не стреляют. Мы бежим к желтым, даже не на их базу, просто на полуцентр нас стреляют. Ну это капец. Короче. Ужас. О, ну что ж, дорогие друзья, да, было очень тяжело, когда я подрубил креатив, вообще было сложно. Да было смешно, и Костя такой, чуваки, разобрался. Да, ну я уравнял шансы, чуваки, я уравнял шансы просто. Обезвредил эти. Обезвредил, да, пацан. Все, кровать сломал, уничтожил. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, все, да, никогда не читерите, читерить плохо, да, вот вы видели ярчайший пример, и не таргетьте, вот, не будьте таргетерами, да, вот, потому что таргетеры, они даже хуже читеров. Вот. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.